На один день погрузиться в детство. 1 июня, в День защиты детей, в Струковском саду пройдет фестиваль, организованный администрацией Самары «Пусть всегда будет детство». Его программа будет интересна не только малышам, но и их родителям. На входе гостей праздника будут встречать полюбившиеся персонажи мультфильмов. Мы все помним замечательные голоса Евгения Леонова, Рины Зеленой, Анатолия Папанова и многих наших великих актеров. Потрясающие композиторы работали в Союзмультфильме, которые создали потрясающие произведения, которые актуальны здесь сейчас. Поэтому, конечно, такое сотрудничество для воспитания подрастающих поколений, для формирования более широкого кругозора, понимания мира на, прежде всего, основах, повторюсь еще, добра, любви, взаимного уважения – это очень важные компоненты нашей работы. Фестиваль начнется в 10 утра. Одновременно в Струковском саду будут работать несколько площадок. На них пройдут игры, мастер-классы. На летней веранде гости праздника смогут послушать концерт, посмотреть как старые, уже полюбившиеся мультфильмы золотой коллекции «Чебурашка, ну погоди», так и новые «Оранжевая корова», «Зебра в клеточку», «Петя и Волк». Настоящим сюрпризом станет показ анимационного фильма, который только в мае вышел в прокат. «Суворов. Великое путешествие». О дружбе, любви и взаимной поддержке. А также в парке будут много различных интересных активностей для детей, такие как мастер-классы. Можно будет сделать своими руками значок на память из мультфильма «Тайна третьей планеты», который тоже уже всем известен. Также у нас будет уникальный мастер-класс по анимации, где каждый посетитель сможет попробовать себя в роли мультипликатора. Он может понять, как происходит процесс вообще съемочного мультфильма, и в итоге получить мультфильм, который будет создан его руками. Прийти на фестиваль в Струковский сад смогут все желающие. Часть детей будут доставлены организованно. Завершится праздник семейной дискотекой. Фестиваль продлится до 9 часов вечера. Виктория Шара и Николай Епифанов. События.